Друзья, всем привет! Вас сегодня ждет очень мощный выпуск. И я рад, что мы можем с вами сегодня поделиться тем, что мы приоткрываем для вас дверь в одну из самых крупных агрохолдингов Украины. И мы вам сегодня покажем их завод, покажем, как там все работает, и раскроем тему экспорта. И кто еще не подписался на наш канал, жмите кнопку подписаться, жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие серии. Ставьте палец вверх. А сейчас мы идем знакомиться с Максимом Войтовичем, который является руководителем отдела по экспорту, который нам расскажет намного больше о их компании. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Какую должность ты занимаешь в компании Terrafood? С июня 2017 года директор внешнеэкономической деятельности молочного подразделения Terrafood компании. Расскажи вкратце, чем занимается компания в целом? Группа компаний Terrafood, три бизнес-направления. Да. Аграрная сфера, туда входит там сахарный завод, фермы, комбикормовые и банк земли. Второе направление – это мясо, сосиски, свинина там, и так далее и тому подобное. И третье направление, вот самый главный костяк, конечно же, флагман – это молочное направление, включая полностью вот, заготовки молока, там молоко и заканчивая там сухой сыворотку. То есть мы говорим сыры, сметана, ЦМП, цельномолочная продукция, там кефиры, феты, спреды и так далее. Где ты учился? Вырос в Швейцарии, по большому счету, там провел где-то 12 лет. Бакалавр Глион, институт хотел. На какую индустрию? Специальность? BBA, бизнес-администрация, но отель. Магистр финансов. Угу. А сколько заводов у вас? В Украине где-то порядка 18 заводов, которые занимаются приемкой и переработкой, но вот производственные после реструктуризации, хорошей такой оптимизации процессов, порядка 7. Они очень такие специализированные, кроме Тульчина, Тульчинский молочный завод, там от приемки молока заканчивая там сывороткой и так далее. А все остальные заводы мы что сделали, мы когда их оптимизировали, каждый станет заниматься, на чем они должны специализироваться. Угу. А есть такие заводы, которые делают много видов продуктов? Тульчин. Вот Тульчинский маслосырозавод – это наш первый, это с чего началась вообще компания. Да. Там очень закрытый цикл получается. Молоко, когда принимается, с него выжимают все. То есть молоко там сепарируется, жиров делаются, сливки их либо продают, либо используют дальше в производстве и делают, соответственно, с жиров масло. Из того, что осталось молоко без жиров, с него делают потом сыры. С сыров получаем сыворотку, делаем концентрат, либо продаем на сгущенку, либо же делают из нее сухую сыворотку деморализованную. Ну, естественно, когда нужна потребность, еще делают там казеин технически. Угу. Ну, вот, про что я говорю. То есть там все, молоко как только поступает туда, оно оттуда уже уйдет как готовая продукция. Друзья, ну что, мы уже находимся на территории Тульчинского масло-сыр-завода. Дорога была нелегкая, мы ехали 300 километров, поэтому мы добрались, все супер. Я сейчас нахожусь рядом с Александром. Он является директором этого завода и покажет нам полностью все технологические процессы. Коллеги, рад вас приветствовать на Тульчинском маслосырзаводе. Начнем нашу экскурсию по заводу с цеха фасовки масла. Посмотрим автоматическую линию трепку, фасовку масла на самой быстрой автоматизированной линии производства масла. Здесь так пахнет, вообще классно, аж слюни пошли. Здесь нужное количество противогазов, чтобы одеть всю смену. Да. На случай пожара. На случай аварии. Да. Круто. Вот противогазы, вот они.
на случай аварии. О людях думают. Это идет фасовка какого бренда? Ферма. 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 Широко известные. А что такое производство масла? Вот если очень, очень просто. Завод получает молоко, разделяет его на жирную фракцию белковую. Жирная фракция – это сливки. Да, да. Вот. И сливки путем постепенного сгущения превращаются в высокожирные сливки. В маслообразователе при охлаждении высокожирных сливок происходит выпадение сгустка, что, собственно, и есть масло, да. Отделение от сыворотки. Завод также, кроме молока, получает сливки. Ну, там проще все, просто сгущение, охлаждение, выпадение осадка масла, формуловка масла и фасовка на линии. Вот что представляет собой процесс производства масла. Простой, но процесс без каких-то, знаете, искусственных вмешательств, но очень сложный, как вы видите, технологический и технический процесс производства оборудования. Высокожирные сливки попадают в одну из этих емкостей. Первая, четвертая, третья, вторая и первая. Все идет по порядку по своему, чтобы сливки, которые были рассепарированы в первую очередь, они в первую очередь перерабатывались. Угу. Где мы сейчас находимся? Мы находимся возле постерилизационно-охлаждающей установки. Да, да. По трубопроводу через промежной бак сливки попадают вот в этот аппарат. Они проходят с тех емкостей. Да. Сливки пастеризуются и попадают в ванночку до охлаждения высокожирных пропастеризованных уже сливок. Этот самописец фиксирует температуру пастеризации. Если температура пастеризации идет неустановленная, ниже либо выше, срабатывает обратный клапан, и сливки возвращаются назад в емкость, чтобы потом пройти повторную пастеризацию. Полностью пропастеризованные сливки, они направляются в эту емкость, в эту ванночку, которая называется ВН-600. С нее высокожирные сливки уже идут на маслообразователь, в котором при термомеханической обработки, то бишь при постоянной работе мешалок барабана и при воздействии холода, который в между стенках барабана, высокожирные сливки у нас перемешиваются, и тем самым происходит процесс масла, преобразования сливок в масло. Вот это что? Вот это дальше процесс? Дальше процесс на маслообразователе. Да. Маслообразователе. Собственно, оборудование, на котором происходит охлаждение и перемешивание высокожирных сливок. Вот. В процессе охлаждения, ну, естественно, образуется кристаллизация масла. В двух словах объясню. Сюда поступают сливки, поступают в четыре емкости, потом они проходят пастеризацию, выжимается с этого максимальное количество воды и влаги, получаем сливки, то есть масло уже, которое идет на охлаждение. Идем дальше смотреть. Вот тут, вот здесь масло охлаждается, правильно? Идет дальше охлаждение. Идет вот по вот этой трубе, идет на формовочный цех. Все просто. И сколько в час? Вы фасуете? Фасовочная линия 21 тонна в сутки в этом формате. То есть мы фасуем 21 тонна 50 килограмм в час. Человек сидит. Какая его задача? Что он здесь делает? Здесь происходит контроль запаковки и нанесение даты. То есть здесь находятся сотрудники, он смотрит уже на окончательный продукт, все ли нормально, да. Все ли опечатано, там запечатано. Да, а здесь уже как бы оно фасуется в саму упаковку. В ящик, в котором продукт приносят торговые точки. Вот так делается масло, ваше вкусное масло. Пойдем. Смотри, тут у тебя на полке, в принципе, я вижу вся ваша практически продукция и бренды. Давай пройдемся,
по-быстрому расскажи, что тут есть у вас и что вы делаете. Ну вот то, что вы можете найти и на полках в Украине, это вот ферма, зонтичный бренд, то вот есть мы говорили, да, уже от сметаны до масла, до сыров, это все можно найти. Он находится в категории качественной продукции. Угу. Вот такой хороший среднячок. Да. Премиалия – это самое лучшее отборное молоко из этого используется. Фета, да. Брынза туда же идет, сливки. Голдвали, это вы найдете только на экспорте. Ну, это Ближний Восток, это, они любят вот золотое, чтобы блестящее было. Плюс да. Зеленый цвет след ислама, оно внушает сразу же доверие для них. Тульчинка, это вот эконом-сегмент, это с растительными жирами. Это большой, да? Такой? Это сыр вот тульчинка, плавленые сыры есть, спреды тульчинка, ну, ее все знают, так понимаю. Бренд, который тоже только на экспорте, это 100 коров. Очень, 100 cows, да. 100 cows, очень читабельный, прямой, что в Африке, что в Азии, человек, не нужно ему объяснять бренд, он понимает, что это такое масло. Какие требования у вас к сотрудникам, к топ-менеджерам, и как вы их подбираете? Как говорится, этот настоящий лидер, он рождает лидеров. Да. Он не рождает солдат, подчиненных и так далее. Вот да. Это самое главное. Каждый департамент директора, он своим управляет. Для меня лично самые главные два показателя в человеке. Это трудолюбивость, чтобы человек действительно любил работать. Второй самый главный критерий, это в принципе одно из этих предыдущих вещей, это если человек любит свое дело, действительно ему не все равно, я лучше возьму человека, которому не все равно, что он делает и так далее, чем какого-то суперклассного специалиста, который самый лучший на рынке. Но если ему реально все равно, что он, как это закончится проект, неважно, сколько он будет хороший, ему будет просто все равно на результат. А тот человек, которому не все равно на результат, он и потянется, он где-то подсчитает, он сам улучшится, он принесет тебе идею, ему будет не все равно тебе рассказать, потому что тому, которому все равно, он мало того, что тебя не научит, по большому счету, потому что всегда обмен опыта. Я не буду специализироваться, быть самым лучшим маркетологом, самым лучшим HR, самым лучшим производителем. Мне это не надо. Я буду администратором, но будет у меня самый лучший HR, у меня будет самый лучший маркетолог, у меня будет самый лучший операционный директор, там, закупщики и так далее. И они будут генерить, что нужно делать, и они будут драйвить эту силу. Каждый специализируется на свои вещи. Вот что, к чему идется. И люди, которым не все равно, что они делают, как заканчивается работа, они намного более эффективны, чем... Есть просто такое выражение на английском – hard work beat talents. When talent doesn't work hard. Нужно перевести. Тяжелая работа всегда победит талант, когда талант не работает тяжело. Как родился бренд Terrafood? С чего началась эта компания? Как началась история? Где-то в 98 году, собственно, компанию приобрел. Он был торговцем, он покупал масло, продавал, покупал, продавал. А потом понял, что для того, чтобы гарантировать, что будет постоянно хорошее качество и постоянная продукция, он вот приобрел завод, Тульчинский маслосырзавод. А с хорошей уже историей, сложившейся там завод десятки лет, скажем так. И с этого все, в принципе, понеслось. Экспортировать начали почти сразу же моментально, что там экспорт – это 20% от объемов составляющих, но 25% от прибыли. Перечисли, в какие страны именно вы вот экспортируете? Перечислить будет тяжело. Ну, давай скажем так, все страны СНГ, да. Все страны СНГ, на Ближнем Востоке, Египет, Израиль, Ливан, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар сейчас первая отгрузка будет, Турция. Потом, если мы идем по Северной Африке, начиная от Марокко, Ливия. В Западной Африке, особенно в франкофонии, вот это вот французскоязычное. На Нигерию первую отгрузку, кстати, сделали, первая украинская молочная компания, которая... из той категории продуктов, которые сделали. Регистрацию сделали 2 года. Ну и азиатские страны тоже, там, Южная Корея и так далее. Какие страны более тяжелые по экспорту, чтобы войти туда? Ну, чтобы войти, это однозначно Европейский Союз. Там, возможно, будем ту продукцию, которую мы продаем на Ближний Восток, да, мы уже понимаем, есть продукция, например, там, топленое масло, да, это очень популярно там, в странах там, Сирии, Ливана и так далее. И сейчас... Возможно, есть возможность не делать на Европейский Союз это, потому что из-за иммиграции и так далее, а европейцы еще не привыкли к этому. СНГ рынок, все Украину смотрят как хорошую, действительно качественную продукцию, там, Таджикистан, Узбекистан, даже свои собственные бренды называют, там, украинское масло, там, волынское масло и так далее. Это приятно, конечно же, то есть здесь уже проделана работа. А вот с Ближним Востоком, с Африкой, с Азией приходится реально конкурировать с европейцами, доказывать, что ты действительно хороший, что у тебя есть, ты сказал, вот репутацию, да,
ну, этот бренд, да, вот правильно, это Terrafood Group, это управленческая компания, а вот сам репутация, это его самый бренд, вот что самое продаваемое. Завод работает 24 часа в сутки, да? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 1 января? 1 января, да, на Пасху, на День защитника Отечества, на 8 марта и другие праздники. Это тоже. Производство. Коровы доятся каждый день. Коровы доятся каждый день. У них и 1 января, да. И 8 марта тоже, да. Молоко производят. Как вы думаете, в чем успех масла фермы? Вот в чем именно изюминка и почему ее так любят люди? Изюминка масла фермы, конечно же, в том, что у нас есть полный цикл производства, начиная от молока, работы с фермерскими хозяйствами, да, и заканчивая таким вот, ну, прекрасным распределительным центром и системами хранения и распределения этой продукции. Ну и, конечно же, в людях, которые это делают, которые понимают, что это вся их жизнь. Отлично. Сколько сотрудников у вас работает на заводе? 795 человек. Сейчас мы находимся в лаборатории, да? Да, лаборатории сырцеха, где происходит контроль технологического процесса и готового продукта сыроделия, сыров сырных продуктов сырцеха. Да, здесь контролируется ход технологического процесса, ход образования сгустка, определяются основные технологические показатели, влажность, содержание жира, вот. Кислотность, pH, показатели, которые нужны технологу, руководителям цехов для правильного управления технологическим процессом и получения самого качественного продукта. С отделения сыроварения сюда поступает сырное зерно, фильтруется от сыворотки, отделяется от сыворотки и загружается в сырные формы, так называемые, сырные формы и сырные присадки. Вот. И как раз вот здесь мы видим сыр. Сырный сгусток находится на прессовании. И полтора часа он так вот стоит? Да, полтора часа прессования. Дают из насыпной массы нам готовую сырную голову, которую мы уже упаковываем в вакуумную упаковку. Которая созревает и уезжает с завода в торговую точку. И сколько здесь человек работает? Общая численность штат сырцеха 102 человека. В этом участке В течение нескольких часов, от 3 до 6 часов, происходит удаление, обсушка поверхностной влаги перед упаковкой, перед вакуумной упаковкой, для того, чтобы вакуумная пленка максимально плотно облегала сырную головку, чтобы не оставалось остатков воздуха, которые могут стать причиной неправильного созревания сыра на следующей технологической стадии. Идем на склад. Так, это у нас склад, да? Это у нас, да, камера хранения, да, готовой продукции. После какого времени вы можете уже его отгружать? Говорю, для разных видов сыра это может быть различное время. Ну, от 7 до 30 суток. От 7 до 30 суток идет созревание сыров. Это пленое масло. Максим, и пойдет клиенту, да? И на какую страну это едет? Иордания. На Иорданию валит. В Иордании любят наше масло. Gold Valley – это вот топленое масло, арабском, да, на арабском, на английском и так далее. Мы, естественно, всегда адаптируем бренды. 99,8 жиров. Они его кушают, ты что, они в нем обливаются. А вот это что? Одна из адаптаций. Это то же самое спреды, растительные жиры и так далее, там масло. Но мы должны понимать, что мы продаем эти на страны Кавказа, где 500 грамм считается экономным таким маленьким пакетч. То есть у них там килограммовые, они даже, я так тебе открываю секрет, 5-килограммовые ящики вот такие. Здесь вот килограммовки. Это, да, их вот ритейл сайз. Это килограмм. Когда ты им пытаешься продать 100-граммовые и 200-граммовые, они говорят, зачем? Нам бутерброд намазать? Все большое, да, они любят. Все большое. А вот 5-килограммовые, это даже у них ритейл сайз. И за сколько они его съедают там? Быстро, они же большие семьи у них. У них по 5-6 человек, они много жира используют и так далее. То есть в чем отличие от украинских, там, российских там, рынков и так далее? У них культура потребления другая, и вот к чему нужно идти. Прожорливые они. Это хорошо в общем. Расскажи, что именно ты делаешь на своей должности, за что ты отвечаешь и в чем заключается вот твоя работа? Все, что связано с постоянным сбытом товара, скажем так. Потому что, когда ты заготавливаешь 1300 тонн молока в сутки, ты должен заготовить 1300 тонн молока в сутки, и ты должен это продать.
Потому что ты не скажешь корове, стоп, сегодня не доесть, там, или недельку не доесть, у меня рынок типа плохой. Нет, я должен постоянно это продавать. Сколько в Украине вашего объема и сколько продаете на экспорт? 20-80. То есть 20% это экспорт, 80% это продажа в Украине. В чем заключается успех вот бренда фермы? Как ты думаешь? Почему ее все так любят? Потому что вот настоящая продукция, вот настоящее молоко, там, настоящие сливки и так далее. Мы завоевали репутацию тем, что действительно стабильно, постоянно, никогда не экономили на репутации и на качестве. Оно получается дороже, но чудес не существует, оно дороже, потому что нам нужно это делать. Самый интересный момент. Пошли, посмотрели. После того, как посмотрели производство, сейчас будем это все дегустировать. Эти все вкусняшки, запах здесь вообще офигенный. Так, у нас сейчас сплит. Максим, я задам сейчас ряд вопросов. Отвечай на них быстро и старайся сильно не задумываться. Часто ездишь за границу? Очень часто. Один паспорт раз в год меняется. Самый лучший отдых в какой стране? Глобально отдыхать долго в США, а если на выходные, так Испания, Барселона. Круто. Лучший работник это? Лучший работник это тот, кто любит то, что он делает. А дальше это уже все. Круто. Ты бы хотел стать президентом или мэром? Если классная команда, конечно же. Какая твоя любимая книга? На английском называется «Honest Truth About Dishonesty». Искренняя правда о безискренности. Очень советую, кстати. Круто. Запишу. Что или кто тебя вдохновляет? Отец. Всегда. Класс. Всегда отец. Класс. Какой любимый спорт твой? Бокс. Бокс. Круто. 18 лет. Какой твой самый глупый поступок в жизни? Не было. Надеюсь, не было. Любой поступок, в принципе, научился чему-то и бла-бла-бла. А самый смелый поступок? Взять финансы. То, чего боялся сделать, и сейчас понимаю, как оно сильно изменило мировоззрение и так далее. То, чего ты сильно боялся, ты это преодолел и сделал это. Круто. Что бы ты изменил, если бы вернулся в прошлое? Взял бы IT вместо финансов. Серьезно? С 15 лет бы занимался IT и так далее. Класс. Да. Класс. Спасибо тебе спасибо за вопросы. Да, спасибо тебе огромное, что уделил время. Рад был знакомству. Получил огромное удовольствие от нашего общения, от того, что ты нам показал, о том, что ты рассказал о своем бизнесе, о компании. Я хочу пожелать тебе огромных успехов твоей компании, твоему отцу и твоему отделу. Я уверен, у вас все получится, все цели ваши будут достигнуты, поэтому... Спасибо большое. Спасибо тебе огромное.